только на победу. Подачки! Спокойно, спокойно, да. Минюш хорош. Андрей. Да! Давайте, ребят, побегаем. Дай мне 20 минут. Да. Дальше! Слева, слева, слева! Слева, слева! Центр! Конца! Подход! Вот, вот, Саш, пошел, пошел умыться, давай! Хорош, 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 хорош! Пошли, пошли, пошли!
Я здесь. Хорош, хорош, умница. Назад! И отошли, отошли побыстрее! Минин, быстрее! Рубинчик! Слышишь, хорошо отписал. Куда, блядь? Второй, короче. Хорош, хорош, хорош! Хорош, умница, Миша, умница! Хорош! Молодцы, парни, давай, давай, давай! Ребята, и Кучина, не играем, не забываем, шире, шире, шире. Правый фланг тоже играть должен. Давай, Антоша, Антоша, давай, давай, давай. Хорош, хорош, хорош. Антош, накрываешь? Все, все, пооткрываемся, давай, давай, давай. Костя, не забывай в защиту возвращаться. Не бегай спиной, Костя, Костя, спиной не бегай. Набегает правый фланг. Все, 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 пошел, пошел, пошел. Только один, Андрей. Один я веселый. Ребята, отошли, отошли, отошли. Правый фланг не забываем. Один игрок на правом. И что это такое? Наш! Давайте, быстрее, быстрее, пошли, пошли! А что, ну как, убежь? Антон, не расслабляйся, Антон. Ой-ой-ой. Ребята, отошли. Молодцы, все. Хорош. Ребят, центр, правый фланг, не забываем. Один игрок набегает. Нормально. Попрессингуй, Антош, попрессингуй. Нет, давай, через 2 минуты готов. Я понял. Хорош, хорош, хорош. Убежали, стоп. Не теряем. Вадим зачем перчатки там снимает? Надо, 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 надо. Ребят, держим, 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 держим. Центр, вот. Клочков, давай, иди еще. Сейчас ты пойдешь на станцию.
Александр. Антон, давай, давай. Нападение, борода. Бондарь, не борода? Бордоньеру. Слышишь, прям? Хорошо! Все, прошу, блядь. Дай! Рада, выходи. Да. Ой-ой-ой. Вынеси, вынеси, Саша, не мягчи. Хорош! А, блин. Коля, крови, крови, жалей, да. Чё пошло-то? Да, 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 да. О! Отклоним, 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 попрессингуй, да. Хорош, блядь. Давай, давай, разыграем, быстро, быстро, ворот, быстро. Я всю игру делайте, хуйнёй страдаю. Миша, 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 Миша. Хорош. Молодцы, парни, давай, 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 давай. Отпустил, отпустил. Да, хорош. Вон направо. Ушел же. Поможем, поможем, давай. Дима, Дима. Результат важнее игры. Забей вперед, игра в пятер. Молодцы, всех поздравляю. Жесть, как она есть. 20. На ноль сыграли! А Еще игра, да? А? Еще игра. Победитель, это получается 8. Интервью. Я уже замуж с интервью дал. В смысле, ты че, как тренер РПЛ? Матч начинается. Ну что, победа в плей-офф, первая в нашей истории. Я так понимаю, мы никогда еще не уходили из группы. Комментируйте. Мы вылетели из группы, просто вот в этом году. Давайте серебряный плей-офф. Ну и первая сухая игра в истории команды. Кстати, да, кстати, официально. Кстати. Ну, не считая, типа, девочки нам забили. Так... Подожди, мы 0-0 сыграли, Сетартас сыграли 0-0. Да, 0-0. Ну, в общем, сейчас я считаю, что, в принципе, позиции все отыграли правильно. Защитники защищались, нападающие нападали, все возвращались практически. Вратарь что делал? Вратарь отбивал. Вратарь, как обычно, на высоте. Вообще, я считаю, первый матч у нас был, благодаря вратарю мы не проиграли 10. У нас тактика такая, у нас есть вратарь, и у нас есть Михаил Минин, который бегает. В связке они дают какой-то результат, а мы как бы шлифуем. Все остальные носят рояль. Такая связка игроков, и они как бы это, так сказать, стержень. А мы как бы, ну, как бы нанизываем игру вот на этот стержень. Мы шашлычок, а вот этот. Да. Лучок там. Овощи. Самый овощи. Что-то там нанизываем. Я объясняю через метафоры нашу, так сказать, тактику. Позиционную игру, да. Нет, а тактика у нас бей вперед, игра придет.